Здравствуйте, вас приветствует waterlilia.ru и наш канал про нимфеи. Вот сегодня хотел бы рассказать более подробно про отправку нимфей по всей Российской Федерации. Много вопросов задают. Я вот покажу, как мы упаковываем, и немножко про доставку. Значит, вот берется корневище. Это ранняя весна, но вот уже есть бутончик. Вот такое корневище. К такому корневищу обязательно идет этикетка. То есть, где написаны наши телефоны. Бирка-петелька, вернее, если сказать, примерная глубина посадки. Вот все это упаковывается в агроперлит. Это вспученный минерал, который впитывает, он очень пористый и впитывает в себя очень много воды. Это позволяет отправлять нимфеи достаточно далеко. Мы отправляем от Калининграда до Сахалина. Сейчас я упакую и расскажу дальше. Ну вот мы упаковали нимфеи. Значит, тут три штучки лежит. Сейчас листовой массы практически нету. Но будьте уверены, что нимфеи приживутся, они хорошего качества. То есть мы маленькие деленки не отправляем. Просто они кажутся сейчас маленькие, потому что нет листьев. Ближе к лету будет большая листовая масса. Но я стараюсь ее отрезать, так как она подгнивает. Но в таком состоянии в агроперлите выдерживают пересылку более 3 недель. Еще раз напомню, мы отсылаем от Калининграда до Сахалина и доходит нормально. Отсылаем транспортными компаниями, такими как СДЭК, ПЭК, также Почта России, Первый класс, либо МС. Достаточно качественно и быстро, и дешево получается отсылка. Смотрите, каждой коробочке с нимфеями идет и подробная инструкция, написана нами. Тут полностью написано, как посадить, какой грунт использовать, какое удобрение использовать, как убирать на зимовку. Она достаточно краткая. Более подробную информацию вы можете найти в моих видеороликах. Я ниже к этому видео приведу все основные видеоролики по посадке, уходу, пересадке, удобрению, какой использую грунт. То есть под этим видео будет целый перечень видео полезных для вас. Будьте уверены, это достаточно легко. Нимфеи у вас зацветут и примутся. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, задавайте интересующие вас вопросы.